Что, ребят, всем привет. В общем, я нахожусь сейчас у Семёна в Lucky Station с 13, где Семён нам предоставил место, где мы можем заняться своей машиной. И наконец-таки начинается разборка Рексы. Сегодня будем доставать с неё мотор. Вот. И надеюсь, что в понедельник начнем перебирать этот двигатель прекрасный. Побыстрее все это сделать и подготовить машину к этому гоночному сезону. Ну так прекрасно для Семёна. У меня тут маленькая Япония. 34-й, Селика, 33-й, Зетка, Супра, 4-ка, там пару Рикс, Чайзер. Ну, короче, ну у меня тут все очень круто. В общем, ладно, я буду снимать мотор. Ну а вы следите за мной. Немножко прошло времени. Смотрим РДС. И ротор уже здесь. Смотрите, какой он маленький. Крохотный моторчик. В общем, во вторник будем разбирать мотор и узнаем, что с ним.